Всім вітання, друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар, і це продовження нашого інтерв'ю, яке ви почали дивитися в прямому ефірі. А до нашої розмови долучився вже таролог Олена Бюн. Пані Олено, добрий день ще раз. Вітаю. Ну, ми з вами безпосередньо обговорили Херсон і Кривий Ріг. Для них прогноз не дуже такий втішний. Який ми висновок можемо, давайте, зробити для тих глядачів, хто, можливо, не встиг подивитися, по Херсону і по Кривому Рогу, так? На цей місяць, на серпень. Тобто, загалом, от так, в двох-трьох словах. Жит Херсон, це вам в августі місяці. Пока, смотрите, Херсон, пока опасность идет, потом ситуация изменится в связи с действиями украинских вооруженных сил. Достаточно в лучшую сторону у вас изменится ситуация, поэтому пока держите. Сейчас они будут стервенеть, звереть, ну, потому что как бы продвижение украинских вооруженных сил, поэтому они же не могут нормально воевать на фронте, как мужчины, да, с мужчиной, надо воевать с детьми и женщинами. Вот это они могут. Так, Кривой Рог. Что ждать Кривому Рогу? Кривой Рог тоже. Там, видите, то, что я сказала, они повторяют. Там какие-то свои замутненные финансовые дележи, что-то они там не поделили. Это как-то связано с Кремлем. Или же с обещаниями, те, которые давали, возможно, там, что хотели сдать. Кривой Рог. Вот сейчас как бы в этом идет разборка. Видите, здесь вот такой прям привет. Привет от дьявола, от Кремля Кривому Рогу. И в том числе от любителей русского мира, которых достаточно в Кривом Роге. Поэтому будьте в ближайшее время тоже внимательными. Я нагадаю нашим друзьям, которые нас дивляться, что мы працюємо 1 серпня. Записуємо цей ефір. Так, зараз 17:27 за українським часом. І, пані Олено, далі питання трішки не про обстріли, на цьому ще зупинимося. Є інформація, що у вересні президент Зеленський представить свою формулу миру на засіданні Організації Об'єднаних Націй в американському Нью-Йорку. Чи стане це якимось проривом, чи призведе це до завершення війни, або до якихось хоча б контурів того, як має завершитись війна? Весь 2023 года. Зеленский представит в ООН свою формулу мира, видение Украины, формула мира для Украины. Будет она успешной, найдет она поддержку. Вообще, смотрите, по первым двум картам она достаточно успешная, как бы сама эта формула мира. Но здесь то, что касается взглядов извне, Запада, как всегда, мнения разделятся. Кто-то будет ее усиленно поддерживать, кто-то будет манипуляция. Но мы знаем, манипуляция – это всегда кто играет на стороне Кремля, кто связан каким-то образом, какими-то нитями, финансами с Кремлем. А по итогу, что мы будем иметь? По итогу, что с этой формулой мира? Знаете, такие, ну, будут какие-то негативные эмоции у Зеленского от поездки и встречи, и общения в этой организации. По итогу... По итогу хотят, видите, чтобы была остановка войны на так, как вот как-то ее перекручивают. Это идет от Кремля, но перекручено это, переверчено так вот в интересах, да, в интересах, на жаль, той стороны. По итогу, ну, я не вижу, чтобы прямо такие... Я думаю, что все равно будут пытаться подвесить вот это предложение Зеленского, то, что касается формулы мира. Мнения разделятся. Но все равно, как бы, все идет к тому, что оно все равно будет на так, как хочет Украина.
Но вот то, что Зеленский, видите, с таким напором отстаивает эту позицию, позицию Украины, так как выгодно Украине, вот опять в раскладе здесь прямо, это здесь все больше идет угроза его жизни. Очень он становится, он и был в течение всей войны, начиная с первого дня, постоянно ему каждый месяц смотрели, шла угроза жизни. Вот это сейчас как-то наиболее, знаете, наиболее опасный период для него. І, до речі, маємо такі повідомлення, що от західні видання про це пишуть, що в Україні є план на випадок загибелі президента України. І от журналісти американського видання Politico пишуть, що на випадок загибелі Зеленського керувати країною будуть колективно. Це і Стефанчук, голова Верховної Ради України, Єрмак, Кулеба і Резніков. А Залужний буде командувати армією. Однак, за Конституцією України має, ну, керувати країною Стефанчук, саме голова Верховної Ради України, так, за Конституцією. Але от західні видання пишуть, що в Україні от такий план є. Бо Стефанчук, типу, не має високого рейтингу довіри серед населення. Питання таке, пані Олено, чи дійсно у нас є цей план, так, що якщо щось трапляється з президентом, керувати країною будуть колективно, будуть саме ці люди? Есть в Украине такой план, что если что-то, не дай бог, случится с президентом Зеленским, то будет коллективное управление в Украине тех фамилий, то, что вы озвучили сейчас. Действительно, есть такой план в Украине. Ну, в принципе, да, походу, да, смотрите, по этим картам, да, такой план есть сейчас. Может, там какие-то фамилии, да, что-то, но вот это есть. Может, там одна-две фамилии каких-то не так. И, но это не, это очень опасно для Украины. Это очень опасный момент, когда, на жаль, мы можем вернуться в прошлое. Ого. Тобто в пазурі Московії можемо повернутися? Це ви це маєте на увазі? Чи що? В прошлое, так як ми жили раніше, да. І, ну, що вони мають в виду возврат в прошлое? Возврат в прошлое, що вони мають в виду? Підвішена опасна ситуація, маніпуляція. Кому-то би цього дуже хотілося, кстати, вот это, то, що вот это ми зараз з вами обговорюємо, на жаль. Это когда Украина будет, ну, по сути, в интересах Кремля, поняли? Все в интересах будет Кремля. Как-то оно так будет с многоходовочкой, как бы оно вроде нет, да? Но на самом деле это все как бы будет, ну, опять подводиться к тому, что это дружба с Кремлем, вот это вот. Помните, у нас один такой период уже был? При одному президенті. От сейчас повторення тої ситуації. А ви сказали... Постепенне поглощення може бути України Росії, ну, Кремлем. А ви сказали, що це от вигідно комусь. Це вигідно комусь безпосередньо Путіну чи якійсь людині, яка в Україні, чи можливо якійсь людині серед цих, що я назвав? Ні, тут вигідно, ми сказали, тут вони показують ізвні. Кому это выгодно извне? Очень. Это у меня продавливается. Кому это выгодно извне? Это выгодно тем, кто подтолкнул в Россию к агрессии в Украину. Поняли? Там есть несколько таких деятелей или же так групп таких мощных. Потому что здесь преследовались свои цели. Ну-ка, и по итогу, что может быть с Украиной тогда? Что может быть с Украиной тогда? При таком проблеме. Это, знаете, это, дай бог, чтобы этого не проигралось, конечно. Ну, здесь явный обман, видите, здесь явный обман и предательство будет идти, явно все. И уже тогда, смотрите, это и очень плохо для украинских вооруженных сил будет.
По сути, это ведет к тому, что у меня было перед войной, что Украину поделили. Перед вторжением она была виртуально поделена. Вот она будет поделена, все придут так, что она будет поделена приблизительно на две части. То есть это очень плохо для Украины. Очень. Поэтому надо беречь Зеленского как зеницу ока. Хочу вас спитати далі по трохи фронту. Тут російські ЗМІ, от я бачу зараз, пишуть, що ЗСУ буцімто почали наступ в бік Горлівки, саме в районі КПП Майорського. Що там відбувається, пані Олено? Давайте ми подивимося. Російські ЗМІ посилаються на ватажка Пушиліна, ДНР. Дійсно, українські вооружені сили йдуть в район Горлівки, да? Так. И тут в районе Горловки, да, это правда. Ну да, это правда, смотрите, да. Но у них не получится отстоять это, там достаточно для них... слабая позиция, то, что касается российских войск. Там может быть серьезный прорыв. Дай бог. Успеха украинским вооруженным силам. Дуже було багато питань останнім часом в коментарях про Горлівку, так, яка 9 років перебуває в окупації. І, ну, очевидно, що треба тут спитати, а коли взагалі можуть деокупувати Горлівку? Так, яка доля цього міста? Горловка. Летом, до конца лета 2023 года Горловка вернется под украинский флаг. Горловка вернется под украинский флаг. Да, ну там, как всегда, смотрите. Идет опасность при отступлении, опять же, все заминировано, большая опасность мирному населению, особенно опять что-то связанное с детьми, видимо, насильная эвакуация, может, уже была, или еще будет детей, именно то, что касается. Ну, все в стиле Кремля. Да, успехи будут в этом направлении. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube-канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і, звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Маємо зараз таку інформацію, що Білорусь домовляється з Іраном про виробництво шахедів на своїй території. І одразу в людей виникають питання, цілком зрозумілі, що а що, тепер вже з Білорусі будуть летіти шахеди, які будуть обстрілювати територію України, тобто є загроза для півночі, саме дуже велика. Чи ви бачите це у зв'язку з тим, що Білорусь домовляється? Білорусь договорюється... с Ираном, что будут производить шахеды у себя на территории Беларуси. Действительно, это правда. Ну, это правда. Это еще было, знаете, когда, вот они тоже говорят, помните, когда Лукашенко летал в Иран, ну, что-то такое было, там же где-то он там пересекался. Так, действительно, шахеды из Беларуси, которые будут изготовлены на территории Беларуси, будут лететь в бок Украины. Действительно, это правда. Нет, это не правда. О, там у Лукашенко что-то совсем на волоске висит. Нет, там какие-то кардинальные изменения мы увидим в Беларуси. Дай бог, чтобы получилось. Я Беларусь все время предупреждала, потому что, чтобы она не пошла по пути того, чтобы у нее, чтобы ее не ждала та судьба, которую ждет Россию. Очень негативная судьба.
Там есть шанс избежать этого, и там должны быть какие-то кардинальные перемены. То есть перемены в лучшую сторону – это когда без Лукашенко. Пока я не вижу, что летели оттуда, нет. І це добре. Експерти зараз говорять, що ЗСУ зможуть приблизно десь до жовтня, якщо все буде йти на фронті, ну, скажімо так, не гірше, ніж зараз, так, і краще, то зможуть до цього часу вийти до Азовського моря. Ну, якщо ми виходимо до Азовського моря, то, звичайно, що ми тоді деокуповуємо Мелітополь, зокрема, там, Бердянськ, так, всі такі ключові населені пункти півдня. А який прогноз у вас? Ну, тобто, жовтий, так. Да. До жовтий. Опа. О, це цікаво. Цілою пачкою прямо. А давайте. Це просто мені завжди цікаво, коли так падає, от все. Що вам там показує? Достатньо активні дії. Смотрите, достатньо активна допомога должна бути іменно в воєнному плані українським вооруженим силам. Що-то нам дадуть или вже дали. Так, ну это все про наступление, они говорят. Это достаточно мощное наступление с поддержкой с воздуха. Так. Удержит. Ну-ка, сейчас посмотрим. Я понимаю так, что здесь карта пассива. И это, я так поняла правильно, что они не удержат. И то, что мы смотрели, до жовтня украинские вооруженные силы будут. Да. Да, то, что мы с вами говорили, это правда. Это прямо может быть быстрее, карты говорят. Быстрее за счет того, что дадут что-то очень-очень такое. Я не знаю, что это, но это что-то такое, что даст большой рывок украинским вооруженным силам. Но там идет опасность, я не знаю, там идет опасность при освобождении. Опять же, та же пресловутая вода. Что там, есть дамбы в этом направлении? Я вот не знаю. Опасность подрыва какой-то дамбы, чтобы остановить украинские вооруженные силы, но все равно они, ну, как бы, итог будет один, они все равно получат свой результат. Потому что там, где дамба, обратите внимание в этом направлении, могут быть затопления. Ну, якщо я не помиляюся, ми якось вже дивилися це питання, це нібито біля Токмака, тимчасово окупованого на Запоріжжі, ніби там є дамба. Я можу помилятися, глядачі нам потім в коментарях напишуть пізніше. Шкода, да, що це, до речі, не прямий ефір. Да, смотрите, внимательно будьте, потому что, ну, как всегда, при отходе, они, видите, они стирают все с лица земли. Все, что можно. Не масло. Давайте ми з вами розглянемо те, що в Москві сьогодні було вранці дуже тривожно. Вже другий раз, якщо я не помиляюся, поспіль прилетіло саме по елітному комплексу Москва-Сіті і саме по тому офісному приміщенню, де знаходяться одразу три міністерства Російської Федерації. І знаєте, сьогодні в наших телеграм-каналах вже шириться відео, як з монументу «Україна-мати», саме так він зараз уже називається, не «Батьківщина-мати», зняли радянський герб. Зняли радянський герб, і це, безумовно, дуже добре, головне, щоб це, ну, не були там за якісь бюджетні кошти, бо нам треба ще війну виграти. Але я не про те, пані Лен. Цікаво те, що от сьогодні в Держдумі Російської Федерації сказали, що раз ви знімаєте радянський герб з монументу «Україна-мати», значить треба вдарити по монументу «Україна-мати» в Києві. Хіба і за те, що нібито українці б'ють по Москві. От так от. Давайте ми це глянемо, чи можуть бути удари по монументу «Україна-мати». Можуть бути удари по українському снігу. Ну, це складно достатньо зробити. Защита там стоїть. Ну, ми знаємо, да? Ну, попытки будут. То есть, как бы опасность, да, идет под прицелом. Ну, достаточно сложно это сделать. Сама же нереально, так? Да, это, ну да. Ой, у них желание, знаете, тут у них большие желания. Как бы Киев это, ну, видите, по Москве бьем, а по Киеву они, слава богу, так не могут. Столько они не пыжатся. Поэтому Киев в ближайшее время будьте очень-очень внимательны.
А ви взагалі бачите, що цього тижня може бути якась невелика така ракетна атака? Очевидно, яку вони можуть готувати, оскільки сьогодні вже тричі за день була масштабна повітряна тривога, злітав літак так, з кінжалами. Так, підійде опасність Києва. Сьогодні 1 августа 2023 року. Опасність Києва на ближайшій лінії. Идет. Это что-то опять связано с административными важными зданиями. Ну, там, где президент, как СБУ, ФСБ, ну, как вот по ФСБ ударили в России, поняли, так и здесь. Вот в этом плане, как зеркально они хотят. Идет опасность. Ну, защита тут. Наводят заразы, нам тоже в Киеве наводят. Ну, здесь защита, опять же, защита. И могут пострадать, видимо, осколками, могут быть жертвы. Вот осколками или что-то, будьте внимательны. Или же пострадать женщина и ребенок тут у меня. Будьте внимательны на ближайшее время. То есть Киев и Киевская область, воздушная тревога, не брезгуйте, не игнорируйте дронов. Ну и как всегда, вслед дроновой атаки или сначала дроновой атаки, ну поняли, да, уже такое мы были. Могут действительно запустить чем-то сильным миксом. Ну опять же, ну вот цель это все, что связано больше с видимо, центр принятия решения однозначно. Вот что-то связано с, видите, такие карты выпадают. И все, что касается энергетики, электрики, сюда же, да, если полностью прочитать эти карты. Вот это основные такие цели. Ну, защита. Им сейчас они ж бесятся. Как это так? По Москве прилетает? Ну, как я уже сегодня расклад сделала, что снаряд в одну воронку дважды не падает. У дронов в их башню, как они вопили, нашу башню знаменитую разбили, прилетело два раза, ну, только в разные этажи. Поэтому тут же им же надо показать картинку. А Киев, видите, не по зубам. Дай бог, чтобы так было. Будьте очень внимательны. Киев и Киевская область предупреждают днем и ночью. Звереют, со стервенением надо обелить себя, в кавычках. Бачу, що дуже багато зараз питань з приводу того, а що ж чекає генерала Залужного в серпні. Багато майстрів Таро вже робили на це свій прогноз, і в цілому він дуже позитивний для нашого генерала, ну, принаймні, те, що я бачив. Так, що це буде такий сильний місяць для нього і сильний місяць для нашої армії, як наслідок. Так, пані Олено, що ви можете сказати? Що чекає на нашого генерала Залужного в серпні? Тобто, які вам карти випадають, що вам каже Таро про це? Ждет Залужного в серпні місяці. Ну, продвіження вперед. Кстати, Залужному теж грозить опасність. Тоже, кстати, из его окружения. Ну, и окружение или вот что-то такое. Но это об этом знают, я так скажу. Об этом знают. Успешное продвижение на фронте. Однозначно, очень успешный месяц для него. Очень. Ну, тут тоже они говорят, видите, здесь карта дежавю. То есть, как бы, Залужный тоже, это, я так понимаю, номер два цель. Она была до этого. Мы помним, как уже, да, отправляли в мир иной кремлевские пропагандисты. Так и сейчас. То есть, давайте посмотрим, что с его, сумеет его защитить. Что должно защитить? Должно быть защита. Да, уход. Уход и... Как это так правильно сказать? Опасная ситуация, достаточно опасная. Здесь по принципу тоже, смотрите, такое же желание, как с Зеленским. Или же убрать, или же на долгое время отстранить. Ну, там, болезнь, поняли, вот что-то такое, чтобы он ушел на задний план. Ну, пусть помечтают, не светит это.
Это, на жаль, все идет тоже изнутри. Це просто жахливо, треба з цим розбиратися. Останнє питання на сьогодні, яке б я хотів з вами розглянути, пані Олено, це те, а що ж нас взагалі чекає після війни? Якою буде Україна взагалі після війни? Про це так по чуть-чуть починають всі так потрошки говорити, і поки що з того, що я чув, зізнаюсь вам чесно, не дуже то, що все хороше. Оскільки з економікою... Сразу після війни, да? Сразу після. Так. Одразу після війни. Тут же питання про економіку, про реабілітацію наших військових. Тут і про стосунки з агресором, який, по суті, ну, не знаю, зникне чи не зникне ця країна, але якщо західні партнери цього не дуже хочуть, то закатайся. Якщо ми зараз будемо усиленно боротися с коррупцией, вот то мы начинаем, да, вот мы начинаем. Сейчас оно будет усилено. Почему сейчас вот они чувствуют, что им осталось недолго, да, и тут же надо напоследок набить полные карманы. Если мы, понятно, что мы не сможем быстро ее так побороть, но это дает возможность то, что будет поступать в Украину, направить эту помощь на, видите, достаточно хорошая помощь на восстановление Украины. И чем будет эффективнее борьба с коррупцией, тем как бы мы быстрее будем восстанавливаться. Достаточно быстро это будет, я бы сказала. Достаточно. Но единственное, что нам надо, наш самый главный враг после победы, это оставшиеся любители русского мира, как я по этой карте говорю, вот эти, да, ждуны, которые остались, и коррупция. Чем быстрее мы с ней справимся, тем быстрее будет расцвет Украины. Расцвет Украины однозначно будет. Однозначно. Только вот этот тормоз, это такая гиря, это, я не знаю, удавка на шее, это как угодно называйте, которая, это, знаете, как кровопийца, да, который высасывает все себе в карманы и не дает развиваться стране. И они четко понимают, они четко знают, что будет, да, и поэтому сейчас, видите, сейчас какие-то заговоры, сейчас какие-то Майданы, опять же, да, вот это вот, все, на жаль, Украина оказалась в такой ситуации, когда мы видим внешнего врага, но мы плохо знаем внутреннего врага. То после завершения активных боевых действий, південно-східная Украина, так, вся частина, чи не перетвориться вона на суцільну руїну? Ага, після війни. Ну, зовсім в руїни я би не сказала. Трудності там, звісно, будуть. Тому що, бачите, при відході, як завжди, дьявол постарається. Ну, він же не може без цього. Но будут достаточно хорошие возможности, будут хорошие перспективы. Я уже делала расклад, что достаточно быстро, видите, извне помощь, достаточно быстро будет отстраиваться этот регион, подниматься этот регион. У него хорошее будущее. Это связь, видите, это связь со многими странами мира. То есть можно представить, какой поток денежный будет идти и в этот регион. Ну да, сейчас это тяжело представить, но, видите, достаточно... Кажется, что глаза завязаны, да, что же там будет? Ох, нажали эти любители русского мира, боже мой. То есть оно восстановится и будет лучше, чем было однозначно. Современнее лучше. Ну вот опять, да, они опять склоняют нас. Остается наш единственный внутренний враг, вот это засланные ФСБшники, ждуны, любители русского мира и наша коррупция. Ну, объединяем все вместе. Это внутренний мощный враг, с которым нам надо бороться очень быстро и эффективно. И вот на цьому мы ставим крапку. Дякую, пані Олено, за ваш прогноз, за те, що ви сьогодні доєдналися до розмови на каналі Мирослав Солонар. Не забувайте, дорогі глядачі, підписуватись на YouTube-канал пані Олени. Посилання залишаю в описі під цим відео. Також, якщо у вас виникатимуть запитання, будь ласка, в коментарях до пані Олени звертайтеся, пишіть.
на все вам відповість. Дякую, що ви нас дивилися. Не забувайте підписуватись і на мій канал. Не ігноруємо повітряні тривоги в ці дні. Віримо в перемогу і в наші Збройні Сили.